Ребята, всем огромный привет, с вами Поля Кей, и сегодня у нас необычный для меня мукбанг, вы это прекрасно знаете, но это сладости, и мне очень захотелось сладости. Здесь у нас чокопай, это очень вкусные такие, как-то сахарные такие язычки с джемом. Ломтик молочный киндерпингви, или просто молочный ломтик, вот эта штучка такая, Монти. По-моему, так называется. Я сейчас все наговорю по-другому. Да. Вот такой пончик какой-то взяла. Вообще не знаю, что это. Обожаю вот эти шипучки, которые во рту шипят. Будет небольшой АСМР. У нас крем вот этот маршмеллоу. Я мечтала его попробовать. Такая же булочка. И вот такой напиток. Это у нас большая кружка, шоколадный коктейль с мороженым. Сейчас я запущу сюда моего любимого Симбочку. Надеюсь, он не будет мне пакостить. Тухлый номер, короче, я его запустила, он начал опять вот так болтать мне этот штатив, выпустила, сейчас попищит, успокоится. В общем, что, ребят, давайте сегодня уже приступим, да, сегодня начнем. Я хочу пить. Я такого ни разу не пила, но я думаю, что вкусно. Такой вот коктейльчик. Достаточно вкусно. Куда поставить-то? В принципе, неплохо. Так. Я думаю, что надо достать чокопайку, чтобы эта коробка огромная нам не особо мешала. Ну что, ребят, выложила чокопайки. Я безумно, безумно хочу попробовать вот эту штуку. Очень сильно. Я прям не могу. Насколько? Я ни разу не ела маршмеллоу. Буду потише все делать. Такая ложечка. У нас за окном дождь. Вообще ужас. Вообще я в магазин шла за лапшой. Я у Наташи Бо увидела лапшу. Острую. Мне так захотелось. В общем, давайте посмотрим. Ну, не так, как я видела в интернете у других блогеров. Ну, давайте попробуем. Знаете, мне очень отдает медом. Очень сильно. А мед? Я просто терпеть не могу. Что же за невезение-то, ребята? Это мы уже оставлю. Прям медовая штука. Она прям медовая, написано классический вкус. Но меда нет в составе, а она прям как будто вот мед кушаешь, знаете, такой. Теперь давайте приступим к этому йогурту. Я даже не знаю, как это правильно называется. Десерт молочный с шоколадом и лесными орехами, пастеризованный. Придется кушать этой ложечкой. Ну ты чего так кричишь-то? Захотелось мне сладкого на завтрак. Это все, что мне завтрак. Слушайте, вкусно. Почему-то раньше я думала, что это невкусно. Я бы сказала, что очень даже вкусно.
Прям потрясающе. Хорошо успела в магазин сходить. Потому что до этого шел дождь. И сейчас опять идет дождь. Вкусно. Вот эта штука, ну, Симбочка, зайчик, не кричи. Это он так скучает по мне. Ужас, как мяукает. Короче, пришлось открыть дверь, иначе он так будет истерить. В общем, ребят, вот эта штука, это, в принципе, наверное, вкусно для тех, кто позитивно относится к меду. Я не из тех людей, к сожалению, я мед вообще не люблю. Давайте чикапайку. Я, кстати, люблю чикапай разогревать в микроволновке. Очень. Кто никогда не пробовал, обязательно попробуйте. Ну чего ты кричишь-то? Ну чего? Я же рядом. Иди сюда. Дети, чего поделать? Ну, распищался, разорался. Маленький такой капризный мальчик. Ты только провода не трогай, я ж тебя не выгоняю. Ой, что, мне вот это очень интересно. Куда пошел? На тебе коробку. Вот эта штука, короче, какой-то пончик, донат кейк, стоит 12 рублей. Просто было любопытно пробовать. Ну, с виду, кстати, симпатичный. Очень даже неплохо. Вкусно. Ребята, надеюсь, вы не будете сильно ругаться за то, что у меня такое маленькое чудо шумит на фоне. Мой Симбочка. Что поделать? Маленький котенок, как маленький ребенок. И он начинает проказничать, именно когда я чем-то занята без него. В частности, это мукбанги. Так. Давайте Орео. Очень необычный для меня мукбанг. Очень. Потому что я сладкая вообще. Вот. Я очень люблю. Такая палка у меня положена. Это на самом деле сувенир. Там, с другой стороны, написано имя, название города какого-то. Калязин, по-моему, да. Очень красивая подставка, на самом деле, получилась. Я люблю очень Орео. Как они делают такой вкус? Какой-то он что-то добавляет, что-то, но очень вкусно. У нас просто ливень на улице. Орео я съем все. Что-то я их очень люблю. Пришел.
Ну, сюда точно нельзя. Я слежу за тобой. Я не знаю, как с этим бороться, с тем, что он лезет к проводам. Когда его закрывают одного в остальной квартире, он орёт. Он плачет. Такое солнышко маленькое мое. Плакун. Симба, не лезь туда, нельзя. Не надо. На тебе ложку вот эту. На. Беги. Он даже не увидел эту ложку. Взял ложку, принес сюда. Так, киндер. Очень люблю всю продукцию киндера. Больше люблю киндер пингви, но его не было, к сожалению. Видела какой-то челлендж на ютубе у многих мукбангеров. По-моему, ели они то ли ломтики, то ли киндер пингви, я не помню. Может, я бы тоже поучаствовала, но что-то вот мне захотелось прям всего разного купить. Такой мягкий вообще, потрясающе. Не знаю, слышно ли в камеру, в микрофон. То, что на улице творится у нас. Ребята, спасибо большое всем за комментарии на прошлом видео, где я кушала. А что я это? Сосиски. Это было видео знакомства с Симбой. Очень мне приятно, все, кто написал ну, как бы комплименты, что вам понравился мой котеночек сладкий. Спасибо большое. Ну, сегодня я сладкого наемся на год вперед. Мне иногда нужно делать такие загрузки сладким, потому что мне очень хочется. Знаете, на протяжении, например, там, недели-двух я прям хочу сладкого. Вот так раз поела, все. Все, больше не захочешь. Только пальцы. Это прям, знаете, из детства такой супер десерт. Просто супер. Самое интересное — это шипучки. Обожаю. Я много видела видосов АСМРных, где вот эти шипучки очень круто, как это, взрываются. По-моему, это то. Шипелка. Со вкусом лимонада. Очень классный звук получается. И ощущения классные. Давайте попробуем. С
сколько просыпалось, прям от нее, из нее выстрелило. Сейчас. Очень классно. Очень круто. Я прям здесь обожаю. Она прям реально взрывается во рту. Ну все. Очень круто. Я такое люблю. Ложка так понравилась отсюда. Ой, ребята, я так утолила свою жажду сладости. Прям вот, ну, очень захотелось мне. И я сразу говорила вам, если захочу, сразу сниму мукбанг. Потому что постоянно просите сладкое. Я прям вообще на кайфе, мне очень хорошо, но сладкого больше мне не хочется. Я прям вот объелась. Жалко, что вот эта паста, маршмеллоу, крем, он чисто медовый, это реально мед. Знаете, в банках, вот я говорю, продается мед суфле, я, конечно, никогда его не ела, потому что я мед не ем, но вот мне кажется, это очень похоже что-то. Может быть, кто ел вот настоящий маршмеллоу, вот эти в банках-то флаф или как-то называется, напишите, может быть, не все такие вот, ну, медовые, у меня до сих пор взрывается карамель. Уже на микрофон не взрывается, а вот сейчас взрывается. Ну и давайте прочитаем цитатку с прекрасной большой кружки. «Любовь — это когда солнце светит лучиками, и все люди счастливы». Марина, 5 лет. Очень крутое высказывание. Классно, что дети в 5 лет такое придумывают. В общем, ребятки, всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Обязательно, обязательно. Вот. Пишите мне насчет вот этой штуки. Очень мне интересно, кто пробовал вот эту самую настоящую. Вы, я думаю, поняли, о чем я. У нас такой, к сожалению, в городе нет. Я только такую вот нашла. Ой, все, всем спасибо и всем всего хорошего. Всех целую.